Это хилмая связь, тура стала плюс 2 было. За каждую базу. То есть это было по плюс 5, а так. Сколько у нас? Ну еще может плюс 12 где-то там добавится. Это 52 и может еще что-то там плюс 7 даже. 7-7. Достаточно много. Ну да, из-за движков все вот это тура как они. Оп, диап, кто-то захватил. Это непонятно, кто это. А это пираты. А где наш этот? Мы как бы их не хлопнули. Надо бы сразу пустить кого-то. Можем фрегат выделить, но точно это фрегат был. Не, ну если они появятся. Ну, прилетим, они появятся, то этот, ну, сюда на планету прыгнуть они не достану. Я бы не подловил этот компьютер. Ну здесь тоже опасно. Фрегатно тут. И ракетная база, и звездная база есть. Но эта база, например, которая военная, пуста. Наймаус, не Маус уже. Как бы не прикрыт. Нам не хватает. Ну, допустим, в центре. Это тут. Дестройер на Персея иметь. На Тетчисе, например, Висквай содержать дестройер. Ну, на крипте есть. Один. То есть, ну, вот три. Вот сейчас бы три дестройера. Сейчас эта игра может крахом, эпическим крахом завершить. Крахом эпическим. Раньше, чем думаю. Ну, Миклар уже сюда доползли. А вот они контратаковали. Пант. Ну, эти луканоиды Микларов эти податаковали сюда. Здравствуйте, в эфире GNN. Galactic News Network. Galactic Network. Ученые в колонии Микларов предотвратили взрыв сверхновой. Мифические орелы. А теперь последняя сводка о положении дел в галактике. Какие сводки? Рейтинг мощи космического флота. На линкор, что ли? Это вообще какой-то рейтинг. То, что мы можем сравнить... Люди три, а тут сколько? Четыре, куда нам с ними, ну, ступятся? Ну, Миклар очень жестко что-то. Ну, просто все с них. На них никто не противостоит только. То есть, чем нам? Даже силиконов столько, сколько у нас оказалось. Смогли контратаковать. Ну, можем влезть в бой, но... Нехрейдженный дестройер, а ты там трех надо 800 ляпнул, короче, затратишь, только чуть-чуть повысить мощь, что он отдаст. Ну и там планету какую-то попытаться захватить, и соответственно захватить.
Но потом они пошли на нас крейсера, а могут с этими заменить, а пошли. Ну, компьютер мутный. То есть они не должны бить. Что этим некуда деваться. Если бы мы влезли, то им наоборот напирать, допустим, вулканоиды. Или бы мы чтобы договорились, что, допустим, марсами. И был рад, и бы долонули. Ну, хотя бы кто-то один из них. Ну, люди далеко, они не полезут. Булрати растянут, а марсане еще могут сами. Ну так лезть вперед, чтобы оборона вошла. Он, допустим, защитный планетарный экран уже был готов, он бы жил. Ну, планеты какие-то. Ну, мы скоро, да, может, марсан догонит. Догоним. Ну, у нас вот типа не... Как... Компьютер все с гандикапами какие-то старты. Нет, тут какая-то... Мы даже не можем до Дзина, по сути, долететь. Не Дзина, а Зарконе, эти тут... Не то. А как они захватили эту планету, нет? Или мы не следовали? Ну точно надо было бы тут заходить, если вылезти, они просто сидят, скорее всего. Ну вот, в принципе, эти уже не ловят, скорее всего. Ну, покинуть они могут планету, но... Оп. Фрегат прилетел. Здесь не Сокоторово все им пас, а мы же отбили там атаку. Точите. Три тура юнит будет. Вот один юнит тут лип. Тогда непонятно, должен был появиться юнит. Ну это север, типа мы их планету себе, мы ее развиваем. А нету, а гравитация, гравитатора не нужно. Ну так что мы видели их. Ну, тундровые. Ну, то есть в океане вообще можно. Это токсик. Ну, токсики тяжело, наверное, одолевать. Что-то у нас вообще-то торговля. Но перезаключить торговый долг. У нас агентов много. Тут у нас есть договор. У этих еще пока есть деньги, вот по бумагу заключаться не надо. В общем, 259 еще крутая. Для обеих сторон. Хорошо. Ну куда ж лучше? Ну а само вскочило этот. Не знаю, так посмотреть, он как-то вскочил. Вот у них население 93. Но пока были кредиты, мы его заключили. Если не будет кредита, мы можем с ними не заключить. Типа, этот свои доплачивает. Тут не показывается ничего. 94. 78. Что-то, ну, у компьютера